Фланелькой я не советую играть тем, кто играет без нее. Для меня это прям очень тяжело. Не, почему на... Слушай, я на РПД на Юрсе играю. Кого ты там еще кем считать будешь? Вон чувачок. Два чувачка. Че, проверяем, ребят? Понятно. Ничего они не пофиксили, короче. И мы, короче, еще под ускорением бежим. А здесь палетка была, друг, не заметил, да? Бывает. Теперь баг, да, еще сильнее стал, потому что не видно пути. Путя, не путю. Вот это всякие темы. Фиксанули, проверяй. Позорники. Подожди. Они это тоже, что ли, не пофиксили? Пофиксили? Смотри, я не могу. Или это из-за бага, что она у куста сидит? Ладно. Чисто проверка фиксов. Ну что это такое? А крюки как близко расположены, вы посмотрите. Понимаете, что я жестокий человек? Всех, короче, кого я буду оттаскивать багом, я их не буду вешать. Я их не буду вешать. Вот он валяется, пусть его поднимают, он бежит дальше. Я не буду их вешать. Все, хватит. Этот багаюс нужно прекратить. Честное слово, даже мне уже надоело. О! Даже мне уже надоело, это пипец какой-то. Второго повалили, блин. А, я не могу. Не, рыцарь мемный ман вообще, я не знаю. Загрелся. Так.
О, осколочек. Хорошо. Ой, молодец. Тут она хорошо придумала. Дальше бежал, да? Да. Как косячник пойдет. Так, проверяем еще раз баг. Нет, все, нельзя. Нельзя. Это хорошо. Кнопка есть, но типа как действие прерывается. То есть было бы идеально, конечно, кнопки, если бы вообще не было, но. Так. Сейчас все отлетает. Он ее запалил. А он не ее запалил. И он его повалил. Так. Здрасте. Это мы тоже откатим. Давай, 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 давай. Хорошо. Загрелся. Оно по прямой не догонит. Нужно зажимать. Там чувак. Так. Как пробегали, просто слышно его было. Это был странный мув. Да. Пойдет. А, далеко понес. Все, успели. О, это нам нравится. Сюда. ГГ-шечка, ребят, в общем, такой вот у нас рыцарь. Баг они не пофиксили. А рыцари немножечко усилили в плане скорости. Ну, неплохо, неплохо, я бы сказал, очень даже неплохо. Такс.